Алло, наши вашим, господа товарищи комрады, это Георгий, учебный канал Ретро Ява. Смотрите, на столе стоит очередной шедевр 60347. Вот такой вот красавец. Полная реставрация, все под ключ, со всеми возможными подгонками авторскими. Всеми доработками. Вот стоит на столе, ждет своего момента. Надо втюхнуть в стенд и пустить первый дым. Вот, ну что я тут по этому двигателю могу сказать? Значит, по коробке.
вилочки новые, третья, четвертая новая плавающая каретка, кулиса, оська, втулки на промежуточный вал новые, все подшипники новые. Ну, коробка, конечно, отшлифована, отшайбована, все как обычно. Новая цепь, успокоитель цепи, новый курбуль, сальники все новые. Тут тоже все. Этот сальник я насажу на клей, вот именно на клей, потому что он текет. Наружную часть на клей. На тике второй сальник и колечко. Вот. Ну, тут втулка с кантиком на карбюраторе, тоже как обычно. Цилиндры, второй ремонт поршня, шлифовка, полная профилактика цилиндров. Головки. Головки стеклоструйные и авторские подушки. Вот так они смотрятся. Резиновый шланг продевается через отверстие и потом загоняется нержавеющий стержень. Ну, эта идея мне, ну, очень понравилась. Но шланг довольно сложно туда вкрутить. Но можно. Вот такие подушечки авторские. Свечки Denso, как обычно. Вейп 7-вольтовый. Реставрированный полуавтомат. Новая звезда ведущая. Кожух цепи доработанный с рамками внутри. Ну, как обычно. В принципе, белая рутина. Как обычно, рутина. Вот коленвал, литая опора. Коленвал, кстати, как ни странно, целый оказался, абсолютно весь целый. Все цапфы целые, щеки такие ровненькие. Ну, шатуны заменены. Подшипник доработанный. Лабиринт, подмасляный канал. Развал шатунов ноль, вот просто ноль. Было 4 десятки развала шатунов. Здесь ноль, вот просто в ноль. Отцентровано, все поставлено. Литая опора, тоже калиброванная. В плюсе было 25 соток. Ну вот, перетачивал на 10 соток. Как это делается? Есть сервисная книжка, есть видео, можно смотреть. Сервисная книжка у меня в любых соцсетях, все дублируется. Вот карбюратор по модели 2802. Да, со второй стороны, да, 2802. Жиклеры 55 на 115. Профилактика сделана, выпрямлен кронштейн, шлифованный. Ну, втулку я уже говорил. Масло залито, все есть, нужно просто поставить в стенд и пустить первый дым. Вот он, красавец. Поршня отбалансированные. Вернее, их даже балансировать не пришлось, только откалиброваны. У них там 0,3 грамма была разница. В общем, не полных полграмма была разница, я поршня даже не трогал. А вот шатуны, да, пришлось балансировать путем шлифовки. Верхнюю головку пришлось подгонять. Тяжелее было на 2 грамма. Вот шатуны пришлось, да, подгонять. Коленвал хороший, такой, ну, очень серьезный коленвал. Подшипники Койо. Все как положено. И вот, еще одна новинка. Гаечки декоративные. Я их очень долго искал. Эти гайки на 16. Я хотел вообще на 15 или на 14, потому что в оригинале здесь гайки стоят на 14. Десятка на 14. Я хотел эти вот декоративные тоже достать. На 14 не достал. Достал на 16. И ключ головка сюда подходит. Потому что на 17 сюда декоративные не идут. Вот тут еще одно ноу-хау. Первый двигатель с этими крутыми гаечками на головках. На 16. Долго я их искал, заказывал в Германии, но достал.
крышки полированные. Ну, тут все красиво. Зажигание установлено 3, тройка, ну и зуб в зуб, как обычно. Ну, тут все как бы понятно. Тут надо ставить в стенд и пускать первый дым. Переключатель кулисы, оська заменена. Ну, сам переключатель кулисы, вот, что здесь вот проходит. Оська заменена, колечко установлено. Масло не текло, втулка установлена. С этой стороны втулка устанавливается под переключатель оси. Ну, все основные авторские доработки. Все сделано, собрано. Хороший двигатель, не убитый. Тут даже видно по передней части, вот топора он не видел, скажем так, зубил он не видел. Не убитый, аккуратненький двигатель. Головки я стеклоструил, посажено на полмиллиметра, посажено. Ну и вот эти подушки мне самому нравятся. Обалденно. Есть еще одна технология. Без стержня, цельный резиновый, скажем, такой вот стержень можно туда всовывать. Так тоже есть, тоже идея неплохая. Ну, я вышел вот на свою авторскую идею. Шланг и нержавеющий прут туда просто загоняется. Шланг распирается и готово. Тут вот крышку отдавал на полировку. После полировку забираю, смотрю, какое-то отверстие непонятное. Ну, там может какую-нибудь резину кусок засунется или еще что-нибудь. Сразу не заметил. Болты, гайки, ну, все новье. Полностью. Ну, тут вот сверху и снизу там вот, не видно отсюда. Ну, должны быть шайбы, медные шайбы обязательно. Это открытое отверстие, там должны быть шайбы. Ну вот такая вот картинка. Надо запускать этот двигатель. Работаем дальше. Ждем следующую часть. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может перенести только серьезные обстоятельства. А не диванная причина. Я открыт и доступен для всех, абсолютно для всех, кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался мне нахамить или нагадить. Я от таких особо одаренных людей целенаправленно самоудаляюсь. Это без меня и без моего присутствия. Не задавайте комментарии в теме. Я на них отвечать не буду. Задавайте вопросы в любых соцсетях, где есть голосовая функция. Там я вам отвечу. Вот. В комментариях не пишите, я отвечать не буду. Мне это сложно в письменном виде. Голосовая функция мне очень удобна. Ну вот, как бы, наверное, и все. Вместе с вами учебный канал Ретро-Ева, Георгий Трифонов. Я не байкер, я мотоциклист. Ева – это вечность. Во! Во! Работаем дальше. Всем пока!